Здравствуйте, уважаемые зрители. Здравствуйте, Владыка. Добрый день. В православной церкви 7 таинств, и одно из них – это венчание. И по нему нам часто задают вопросы. Владыка, в чем его суть, этого таинства? Для чего оно совершается? Ну, во-первых, венчание – это несколько такое простонародное название. Это таинство брака. И тут сразу становится понятным, что это за таинство. В этом священнодействии Господь посылает свою благодатную силу для того, чтобы люди, создав семью, в дальнейшем жили по-христиански, исполняли то свое предназначение, которое Господь приготовил каждому человеку. А в какие дни можно венчаться, а в какие нет? Ну, достаточно сложный календарь браковенчания. Не венчают во время постов и накануне постных дней. Вот. И в некоторые особые дни года. Вот. Но в основном этот календарь привязан к постам, потому что, ну, понятно, что брак – это всегда праздник, это торжество, это, в конце концов, свадебный пир, который с постом не очень сочетается. Во время венчания используются кольца и венцы. Вот откуда эта традиция пошла? Ну, кольца все-таки надо назвать не венчальными, а обручальными, потому что кольца используются во время обручения. Это та первая часть таинства, которая предшествует, собственно, таинству брака. И эти кольца являются таким вот символом соединения людей между собой. Этот символ достаточно древний, он еще дохристианский. Мы в самом таинстве брака, когда священник одевает кольца, он вспоминает примеры, как из Ветхого Завета, как кольцо было знаком вот такой вот связанности, благословения. И в античном мире, в древности тоже кольца использовались как некий такой символ, соединяющий двух людей. Вот. И этот символ перешел в наше христианское в таинство брака, и священник одевает их в знак неразрушимости брачного союза. Владыка, а вот что касается по поводу венцов, для чего они используются? Венцы – тоже древний символ. Ну, во-первых, венцы – это некая символическая награда за целомудрие. Вот видите, такое тоже сегодня не очень понятное, наверное, не очень понятная вещь, но предполагается, что люди вступают в брак, будучи девственниками. И сохранение целомудрия, оно как бы вот вознаграждается этими венцами. Кроме того, венец – символ царственного достоинства человека и царствия Божия, потому что, собственно говоря, конечная цель жизни человека – это соединение с Богом в небесном царстве. Нужны ли огласительные беседы перед венчанием? Вообще, огласительные беседы перед венчанием – это особенность нашего времени, наших дней. Вообще-то, если учитывать, что таинства церковные совершаются над людьми верующими, церковными, теми, которые и так знают свою веру, участвуют в других таинствах церковных, наверное, в таком случае специальных каких-то бесед проводить не обязательно. Но поскольку мы сегодня живем в особой такой реальности нашего времени, когда обращаются за таинством браковенчания люди, хотя и крещенные, но практически живущие не церковной жизнью, то приходится вот как-то с ними общаться, напоминать им о том, что такое брак, что таинство браковенчания – это не просто красивый обряд в красивом храме, куда можно позвать гостей, где можно сделать хорошую фотосессию, вот, снять кино, которое потом показывать детям и внукам. Но это и некие обязательства, которые люди берут перед лицом Божьим в отношении друг друга. Это в полном смысле слова таинство, когда Господь сам как бы вот соучаствует вот в создании новой семьи. И, конечно же, вот это вот сегодняшнее вот наше требование проводить оглашение, то есть научение
если говорить просто, перед таинством брака, оно, конечно же, справедливо и очень, очень правильно. А допускается ли расторжение венчанного брака? Вот этот вопрос очень часто задают. Да, вы знаете, очень часто обращаются даже вот в епархию и с такой просьбой: развенчайте нас. И все время, вот сколько я живу на свете, сколько я уже священствую, архиерействую, все время приходится объяснять, что никаких развенчаний не существует. Да, к сожалению, браки, и чем дальше, тем это больше заметно, часто распадаются. Распадаются и венчанные браки, поскольку, несмотря даже на наши усилия, на огласительные беседы, все-таки значительная, если не большая часть людей, обращающихся к таинству церковного брака, все же не понимает его смысла и не понимает того, какие обязательства он накладывает на них. И поэтому точно так же, как и люди невенчанные, ругаются, ссорятся, разводятся. Вот, и брак распадается. Это, к сожалению, такая вот печальная реальность наших дней. После того, как брак распался, обычно он распадается все-таки по чьей-то вине. Редко бывает так, что двое супругов одинаково виноваты в этом, да? То есть когда-то, как правило, брак распадается после вины одного из супругов. И если человек вот после этого захочет еще раз вступить в церковный брак, вот тогда церковь признает прежний брак распавшимся. Она его не развенчивает, нет никаких правил, никаких чинопоследований по этому поводу, никаких даже бумажек не выдают по этому поводу. Могут выдать только разрешение на новый церковный брак, на второй. Но тому члену бывшего брачного союза, который не виновен в его распаде. Скажем, брак разошелся и распался из-за измены одного из супругов. Вот тому, кто изменил, церковь не даст благословения на второй церковный брак. А невиновная сторона, она получает разрешение и благословение на вторичный брак, вторичное браковенчание. Слава Богу! Вот я сейчас скажу странные слова. Слава Богу, не так много людей сейчас идет в церковь для того, чтобы венчаться. Почему? Потому что, если бы венчание сегодня было бы массовым таким явлением, то, конечно, было бы совсем плохо. Потому что люди, участвуя в церковном таинстве, особенно в таинстве брака, совершенно не желают слышать даже ничего о его сущности и о том, какие обязательства брак накладывает на человека. Сегодня люди настроены на такой легкий, такой прогулочный вариант, да, семейной жизни. Понравилось – понравилось, не понравилось – разбежались. Подумаешь, разбежались, завтра опять с кем-то соединение, и все. Беда в том, что в 90-е и в начале 2000-х венчаться было модно. Вот сейчас, наверное, вот эти люди-то как раз идут и спрашивают, возможно ли развенчание. Да, что касается моды, я думаю, что мода, она вещь такая очень непостоянная. И мода прошла на многие вещи, не только на венчание в церкви. Вот. И слава Богу, что большинство сегодня венчающихся – это люди, которые, по крайней мере, осознают смысл того, что совершается, и имеют какое-то представление о том, что, каким должен быть христианский брак. Если супруги расписались в ЗАГСе, но они не венчаны, можно ли говорить, что они живут в грехе? Вы знаете, церковь по снисхождению принимает такой брак, его называют гражданским браком. Тут некоторая путаница в понятиях. В миру гражданским браком называют вообще просто свободные отношения. Да, люди живут, да, зачем нам штамп в паспорте, зачем нам какие-то формальности, зачем нам какие-то там бумажки. Вот. Церковь называет гражданским браком тех, кто зарегистрирован, да, в ЗАГСе, но при этом не венчан. И церковь принимает, и более того, церковь говорит, что это гораздо лучше, чем если вести под венец неверующих людей или, так сказать, не глубоко церковных, или там, знаете, как бывает, вот
мама невесты требует: обязательно повенчайтесь. Жених никогда в церковь не ходил, ничего его с ней не связывало и не будет связывать, но подчинившись своей будущей теще, ну, куда деваться, вот он идет в храм. И, конечно, это ничем, кроме как профанации, таинство назвать нельзя. Вопрос от зрителя. Правда ли, что венчанные супруги после смерти будут вместе на том свете? Так ли это? Откуда берутся такие утверждения и есть ли в них зерно правды? Ну, Господь в Евангелии сказал как-то о том, когда его спрашивали, чьей женой будет некая женщина, которую подряд несколько раз брали в жены братья, родные братья. Да? Он сказал: заблуждаетесь, не зная ни силы Божией, ни Писания. В воскресенье не женятся, не посягают, но живут, как ангели Божии. Вот эти вот земные понятия брака, семейной жизни, они не то чтобы упраздняются, они преображаются в вечности, и поэтому этот вопрос, он просто некорректен. Но если так говорить в общих чертах, да, в вечности мы все будем вместе. Поэтому так вот. Спасибо, Владыка. До свидания. До свидания, уважаемые зрители. Девятнадцатого октября исполнилось 80 лет со дня эвакуации Московской патриархии в Ульяновск в годы Великой Отечественной войны. В этот день в Воскресенском храме была отслужена панихида по патриарху московскому Сергию Строгородскому, приехавшему в Ульяновск еще в качестве митрополита, патриаршего местоблюстителя. Местом эвакуации был назначен город Чкалов, ныне Оренбург. Но из-за тяжелого течения болезни митрополита Сергия было принято решение разместить патриархию в Ульяновске. Митрополиту Сергию стало плохо, когда они прибыли еще в Рузаевку, и он просил, что найдите какой-то более или менее крупный город, потому что я плохо себя чувствую. У него уж извещание было написано. И вот более или менее крупным городом оказался наш родной город. Храм Воскресения Христова был выбран для совершения панихиды не случайно. Именно в нем, по прибытию в Ульяновск, была совершена первая соборная служба местоблюстителем и приехавшим с ним в эвакуацию духовенством. Церквей действующих не оставалось в городе, практически все они были закрыты. Вот даже вот эта вот кладбищенская церковь, она была закрыта. И в августе 41 года ее хотели уже передать под склад зерна. Но милостью Божией произошло так, что все-таки этого не случилось. Осквернение церкви не произошло. Здесь была отслужена первая служба митрополита через неделю после прибытия. Прибыл он сюда 19 октября, а 26 октября он здесь отслужил первую свою службу. Затем у памятного знака патриарху Сергию Строгородскому состоялась церемония возложения цветов, на которой присутствовали священнослужители и представители движения «Симбирская православная молодежь». Памятный знак установлен на месте, где с 1941 по 1943 год располагались Казанский кафедральный собор и здание Московской патриархии. Эвакуированной патриархии было передано здание бывшего костела. Устроенный в нем православный храм был освящен в честь казанской иконы Божией Матери, став кафедральным собором и временным патриаршим собором. Московская патриархия находилась в Ульяновске до конца лета 1943-го. После возвращения митрополита Сергия в Москву Казанский собор оставался кафедральным собором Ульяновской епархии. В июне 1959-го он был закрыт вместе с Ульяновской архиерейской кафедрой. Позже здание собора было разрушено. Сохранить историческую память об этом событии, которое стало важным не только для жизни города, но и для истории Русской православной церкви, вот первоочередная задача, уверены представители православного молодежного движения. Важно не забывать свою историю, помнить о ней. Это самое главное в нашей жизни. Так как если мы не помним свою историю, то она просто погаснет, как свеча. И поэтому это очень важно для нас. Сергей Николаев, Владислав Фролов, Симбирская митрополия.